омоложение будет, наверное, омоложение будет. Прожуй, блядь. Омоложение будет, наверное, омоложение будет, наверное, а я сейчас еще... Член изо рта вытащи. Хорошо, подожди. Может, не только рад. Он тебе изменяет, нахуй. Чего, блядь? А почему сопрот стоит 250 голды? Ты дешево, что ли? Ты типа дешево? Ты типа дорого. Все, да. Вспомни сопрот по 450 голды. Все, вспомнил? Забудь. Не помню такого. Ага, не, было, нет. Было такого. По 450 голды сопрот. Вот это дорого было. А 250 это дешево. Я не помню, значит, не было. Пыль я покалываю, блин, если вспомнишь, что у меня не было такого. Ну, ты попробуй. Сам распыли. Я бы распылил. Могу обувки распылить, хочешь? Пыли все. Я покал, и хилоспек, и танк спек пыли. О! И за хилоспек спасибо. И тебе разрешаю. Сейчас у вас Слава двоих распылит, будете пиздить. У него волонира нету, поэтому он не имеет права носить хилоспек на паладине. Кстати, да. А ты прав. Че, будешь пиздить, еще начнешь в льду ходить собирать. Не. Я тогда куплю себе мага с ВХ за 18 тысяч. Буду на маге играть. 18 тысяч. Мы осуждаем такой подход. Маг из 18 тысяч. Так, сейчас погодите, я переодену хотя бы шмоточки. Так, так. Все. Угу. И ты Амидомару накинул стартово? Да. Ебать баху здесь, конечно, сегодня. Ай, блядь, ну уже должен даже сейчас залезть. Полпачки тут, полпачки там. Так надо. Стенка на стенку сейчас будет. Я аж какую сложную страну тогда отмотал. Угу. Справа трэш идет, там ТТМы стоят. Так давайте трэш, наверное, лучше уйдем, что там. Та вроде кону доедаемся. Бойт, мы же с тобой в свету. Я понял, нахуй. Свету а я... можно Джандис во тьму, пожалуйста? А можно Мордаунта во тьму? Сегодня хотел. Я могу свету с Гошей это постоять, кайфы в общем. Бослава, ты чё, пьяный? А кто диспель-то будет во тьме, скажи сразу. Ну, бля. Слава, в ЗС-ку идёшь фулл престом. Да. А в ЦЛК 25 гель ты идешь фулл престом, ДЦшником. Ага, расскажешь. Я чувствую, все нахуй пойдут дружно просто. Ну, пустите меня на варе, ребят. Ну, что вы такие гадкие? Все, у тебя больше нет вара. В смысле, а кто у меня есть? Никого. Вот, видишь, Славка, прикольно.
А я заберу себе щиток, заберу себе там, шмоточки заберу себе. О, пусть со мной Гоша будет, да. Еще бидона можно ко мне. Сдохнешь, тебе ГП, Слава. Я понял. Забрал у меня бидона. Ну все. Твоя сила на исходе, древнейшая. Ты бегал. На месте. Ты бы только проснулся, бы ты накатил уже, да, Слав? Какой будет еще бы ты накатил? Мы смотрим, это когда ты стримил фильмы или что? Да на фильме уснул. Ну да, Слава зашел, блядь, с самого утра, врубил стрим фильмов, нахуй. Урал, это, Рарник, выруби праведное. О, Рарник, ты что, танчил, что ли? Он в ПВП, наверное, был. О, Рарник на туре. Какие люди. Нягать следующий, нягать следующий. О, оделся. Отдыхал от Вова недельку. Я зашел, когда в игру блеванул, вышел и на неделю ушел. Хорош. Блять, я бы того, что хотел бы. Я сейчас соскучился, пришел. По ДПСу, по огне украть, я согласен. Бляха. Эх, я тоже. Да я сейчас зашел посмотреть, рулетку обновляют или не будут обновлять. Танч, танч. Рулетку еще не скоро обновят. Блять. Костя первый берешь, я второй лидер. Бать плавно. Чё, чё, я отходил. Я говорю, я последнюю иллюзию забираю. Угу. Там оранжевый набери. Да, хилам там место в центре осталось. Мы не ищем легких путей. Да я так и понял. А легкие пути сами нас находят. Просто 99 не идет. Так она отхиливается сама. Она хилится сама. Сильнее страдания. Чтоб сложила нахуй. А потом танки мочат, а если да? Шоу, въебем Славе ГП, да? Mm-hmm. Ты, блядь, ты хилить, сука, Костя. Будь! А, Костя, так, подведи. Тебя не пробивает, Костя. Под Юлю подведи еще одного. Ревностный уже прокнул, блядь, хилит он нахуй. Если бы тебя пробивало, а так ты не пробивает. РДД, ты Ауи уже пробиты заранее. Господа, есть пробитие! Нет. Не хитите хитренько. Ок. Это сегодня где же было? А, это на иконе сегодня. Сейчас сижу, видосики вижу на ютубе. Правильно, не хильте, я всем хилам въебу ГП. Осуждаемого. Да ты попробуй. Но, ловит стоит там, блядь, въебывает. Да, только ревностный, блядь, откуда взялся нахуй? Ну... Ну ты, видимо, спиной встал. Да, 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 ага. Заслакал, ну, небось, ну, получил по щам. Кабра, не бойся. Кстати, сколько у тебя, Костя, дефа? Дефа? 40, наверное. 614. Нет, это не кап. О, капа дефа нет. Вообще. Кап на Сирусе 600, на секундочку. Не-не-не, уже поменяли. Капов 600. Это 4, но. Но. Тебе надо 1200. Забыл нахуй вообще. Ну вот сейчас типа Халион начнется, надо будет два слова сказать и нормально будет. Ну типа как в обычке, да? На обычку я помню.
Ну, да, только там два лезвия будет во тьме. Ну, это и трэш. И трэш будет. Трэш? А что с трэшем делать? Бить. Убивать? Ногами. Ну, ты как РДД, там появится большой голем сначала, потом выходит 10 маленьких. Вот тебе как РДД надо играть сразу в большого. Ну, это я могу. Чё, и не сорвать его с танка. Не сорвет. Не сорвет, он не сорвет. С такого танка хрен сорвешь. Хотя, если на пул дать... Я не, там, блядь, я не срываю. А ты кто? Апродекс. Ну, он в Т5-м, Апродекс, конечно, он не срывает. Вот, вам так он под бурстами не срывает. А какая разница, в Т5-м порезан агро набор у ДДшников? Я совой в Т4-м агро вырабатываю, что пиздец, в Т5-м могу хоть что вообще делать. Но меня тогда этот... Инвизи был... Луманом БДК не сорвал эту леди. Не леди, а Лану под укусом. Укус, по-моему, тоже же режет этот. Ага. А чё, ёбар? А чё? А чё забежали? Нахуя? О, ГС, блядь. Бичи, блядь. Смертники. Дохните, дохните. ГП, кто забежал, ГП, ну. Там диван снимите кому-то. Диван на Медомара снимите. Нет, где бы тут-то? Там Рому рейснуть и быстрее. Да я сейчас там КД нарез. Давай, вставай, wake up, самурай. Блять, сырные шарики. Ай. Рарнику в лоб дала. Чуть кони не кинул, блядь. Ну, нехуй стоять прям под боссом. Зависло? Да. Пролагивает. Нет. У меня нормально. Ну, у меня пролагало тоже. А где Зломаныч? А, здесь все отлично. Не будет он качать этот талант, ну. Да нет, нет, я не талант после этого. Я вспомнил, что мне говорили. Весь вечер заебывали этим талантом. Так же, как нет, просто я вспомнил, что мне сказали про эти все самые... Это... Святилище пало. Так, по паладинам ретрики кто-нибудь из вас кулаки, а хилы, короче, Авелания... Я кулаки даю. Я МП5 кидаю. МП5 кидайте. Костя, ты что будешь кидать? Прото. Уже раскидал. А там уже кто-то каски занял. Ебать паладинов, просто пиздец, как всегда так было. Да, но на прошлом КД, блядь, еле на прибли, блядь, во тьму, чтоб фридомы давать. Даже я. Даже все. Чё, рыба, там же написано Эрзгер. Не, мы ее просто начали на день раньше. За полчаса до конца РТ. Кидай обмен, Ром. И убили. Потом себя. Фласочки пьем, масла. Ну, все слушай. Дела. Здорово, Симкс. О, Диван. Здорово. Привет. Слава, что этим составом идем? Дайте кресты. Там 8-я пати, Керус и Симхан. По крестам. Убери их тогда. Да, и после из гильдии. Не-не-не.
Да. Слава, я отойду на пару минут. Эх, собрали Гош. Вообще скажи, осуждаю. Осуждаю. Из тьмы вытащили. Мало. Прошлый трай? Ну, это в прошлый раз, когда убивали? Ну да, мы шалфиры запихали во тьму. 6, по-моему, было. Шесть разы? А что, у нас 7 дамагеров не хватит? Призана нет, да, у нас? Mm. Кто там сила земли? Кто там трэш? Щиток. Там кнопки нажимать. Кнопки нажимать вроде надо. Но это не точно. Можешь это чисто лицом там, ну, покататься, может, что-то На пианино, знаешь, что поклацать по клавиатуре. Вот а где люди колодят света в холлике? Новенький тоже поиграем. А вот, ты продакшн начислял за эту неделю? Я тебя спрашивал, ты мне ответил. Вкладка объявления, смотрите, там все написано. Заебись. Я себе 123 тысячи. Ебать донатер. Он закинул 4 воронки тогда. Неополитан говорил, что ему целка надо. Ого. Неополитан с долгоногом. А Ваня это кто? Все, тактику рассказали. После резки писаните все на ЕП. Подождите, он еще в рейде. А мы пока кодик посмотрим. Ты его кикнул в рейде, Лео Сауш? Костюм, камень какой-нибудь или еще что-то? Он у тебя ждет. Лео, вы взятому тактику объяснили? В общих чертах. Бегай за всеми, короче. И бей трэш. Да. Разбафайте Мэтт Фокса. Инту, пристабаф, каску. Мы давно бафнули. Он только прошел. На нем каски нет. Каски нет. Да, вырос к паладинам. С разворотом рассказать.
Сегодня апокалы, короче, падают, я их забираю. Не, не падают. Они раз в год падают. Думаешь? Ну, успокойтесь там чуть-чуть. На пол. Не, не срывайте. На пол не будет. Я не буду с устарты, я без фактики. Не крути, не крути. Бахан, тебе надо тормозить. Ебать, метеор. Нас сгорим надо. Доигрывай, блядь. Чё за хуйня? Ну, можно. А кто диспальнул? Стелси. 5. Эх. Ладно. Ну, блядь, срывается пула-то, нахуй. Алло. Хант. Я так и знал, надо было 2 литра пива покупать перед РТ, нахуй. Чё думал, а блядь, брать? Думал, так брать, не брать, блядь. Бери сразу бочонок. А я вот думал, надо... Кегу сразу бери. Да, да, сразу кегу закинь. Оттуда трубочку подсоединяй, такой... Ну все. Что ты говоришь, ли? Я ничего не говорил. Бичи говорил. Угу. Ладно, хорошо, я запомню твои диспелы. А почему я должен первую фазу диспелить? Тебе больше делать нех. Кроме как читы кидать, блядь, и диспелить. Ну да, отлично, спасибо, ладно. Там еще 50 секунд ревностный, так что смотрите, с пола хильти, нормально. Ладно, тебя. Вы не вливайтесь. Не срывайте, сразу, ебаная гро, блядь. Сразу не вливайтесь, 5 секунд вообще ждите, нахуй. 6 секунд на пул, блядь, отдается танку. Вот, тем более, 6 секунд. Если вы, блядь, не знаете этого, ну я хуй знает уже, что сказать. На пул был в Юлю, вообще. А-а-а, понятно. На пул поле дринка, блядь, ебаный в рот. Я в тебя дал на пул. Ну ты один. Нет, не один. Удар грома, не я понял. Не бить, не бить, блядь. Все, можете бить. Вливай. Эмилики, не стойте сильно к боссу. Вам нужно под лапу встать. Метеор. Прибежал. Ром дисписан. Леха, забирай. Там еще один маленький. Один сорвал. Мэтт Фокс, вынеси. Трэш сначала, потом заходит. По большому играть. По большому вообще бьет кто? Заходит Юля, потом все остальные. Так, все свету стали в кружок. Взятый вынеси. До самого конца неси. До забора выносишь, тебя диспелят. Возвращаешься.
руководи там водиком. Заломан. Как же поздно диспойлят. Я не поздно диспойлю, я по карте ориентируюсь, знаешь ли. Забей. Ты говоришь, поздно диспойлят, а сам до стены не вынес до конца. Invisible. Я уже был возле стены. Все, не флудите. Че по проценту? 51, сейчас выходить будет. Угу. Выходим. Все? Кроме первой пати и Шакира. И хилов назначенных. Стелси неси, неси, не, блядь. А, метеор, уходим. На танки. Танки, в звезду, все в звезду. Диспей, если остался, бляха, диспей сама. Не сгорите, не сгорите, двигайтесь. Блять. Даю БР по мардаунту. Дали уже. Дали. Что-то дал. Можешь вставать. Больше я захилю тебя. Я захилился. Взятый выноси. Геру свету давать? Нет, рано. Угу. По процентам рано. Метеор бежит. Метеор. Холи дринка хилим. Даю БР по стелси. Катрисия вынеси. Беги. Проценты 30. Давайте. Ты эту Геру дали? Юля, у нас танка. Пиздец. Падай. Как танка уронили? Что-то не то, блин. У нас в тьме не хватило урона. Юля уронит. Ну так ее уронили, потому что она умерла или потому что... Там Рома выносил метку. Не захилили просто. Пока он выносил метку, уронили танк. Если вы видите, что хэпал, типа, с меткой... Рома, ты если что, просто скажи, что я выношу метку, блядь, чтобы они напряглись больше. Как-как? Чё там, Мардаун? Ты всем плохо? Там все готовы. Да мне это ваше КК, блин, уже заколебало. Что за слово такое отстойное? Кей-кей. Блять, такие люди тупые в ахуе. Метик. Куда побежали, вернитесь. Не говори раньше времени. Вот сейчас бежим. Блять, под самым бо... Ну пиздец нахуй, эта команда была говно. Давай. Блять, Костя, в этом.
Какой ты упал? Нахуй ты это говоришь, у людей, блядь, должен ДБМ стоять, они должны видеть это. Вообще, блядь, метеор падает, когда, блядь, босс говорит, небеса в огне. Да, все понимают, но не надо давать раньше времени команды. Вот побежал человек, потом на метеор на него кинулся, и мы, блядь, поймали метеор под самого босса. Пиздец. Плюс ГП нахуй. Ну, вот эту хуйню не надо, ну, мне кажется, вообще, блядь. Это была проверка, короче, на сообразительность, нахуй. Ну, я не знаю, это настолько банальная хуйня, что это пиздец. Заебись, проверка. Какая тут сообразительность, когда люди просто ДПСят, им похуй. Да, тут надо же... Так вокруг тоже надо смотреть. Типа его анонсом, чтобы какой-то хил там отвлекся, кто-то метку выносит, типа, ну нету времени ему посмотреть или что-то не заметил. Да все, тебе одну фразу сказали, метеор, ты сразу понимаешь, все, он падает. А тут сказали за 5 секунд до его падения. Вы все без звука играете? Ну, у меня на минимум он стоит. Я без звука. На минимум, я чат вижу. Я варяжский звук включаю, только варяжский звук включаю. Мне хватает просто, блядь, по своим глазам, нахуй, которые... Я смотрю в чат, когда он закричит. Рыбу встал, не? Я смотрю на втором мониторе. Садите с рыбы, блядь. Заебался уже серьгу заряжать. Чё, срывают, блядь, спула, зачем? Вот просто поэтому у меня есть корень. Счёт 15, пожалуйста, сделай. Я не готов, хочу. Давай я дам отчет. Вот, я не понял, почему мы не можем чиниться за гильд банк. Так не расстроил, что ли? Нихуя себе. Но мне кажется, мы знаете, сколько голды потеряли на этом? Жалко денег, блядь. Починки, блядь. Всё, все готово. Даю отчет. Не, просто функция есть, а использовать нельзя. Минты нет, кстати. Есть. Значит, на мне нет. Короче, если сейчас кто-то будет косячить, ой, сразу ГП ебашит. Секундочку, да? Лёха, моли. Блять, меня маленький включился. О, норм. Шалфель носи. Перебежали. Тормозните, ДД. Отрешусь опять. Беги, малышка, беги! Слава, дисплейся сам, да, хорошо? Трэш доиграли, потом заходит. Перед заходом инту кто-нибудь из магов бафните. Будьте добры. Ну почему? Ну, может, просто не отображаются у тебя. Не, на нем нету. Трейсера вижу. На нем нету. Джандис вынеси. Ладно, где спрятался? Видите, сейчас хорошо. Джандис выносит. Где он, блять? Икон носи. Че по проценту? 60. А, забагалось. Можно выносить. 51%. Выходим. Посланником
Айеку носи. Небеса в огне. Метеорит. А, давай, Айеку живее. Ебать. Мотфокс, типа, зачем ты сразу так плеваешься? Аккуратнее, мы тут чуть не обосрались. 40, сильно не играем в босса. Танка хиль. Да-да, хиль-хиль не вынес. Метеорит. Сорок, по трэшу играем. Глеб, давай, я захил. Дал зубу хуйденько. Под боссом два маленьких, Лёх. Целос и ставь тотем. Тридцать. Не бейте босса, святу. Свет, стоп. Стоп, вообще полностью ничего не обновляем, не бьем. Блять, Войт упал, худо. Привет, мальчики. Тихо. Метеорит перебежали. И не бьем дальше босса. Пятьдесят на пятьдесят, значит. Мэтфокс носи. Мэтфокс носи. Может, Геро? 60, ну, можно да. По боссу поиграть. Давай. Да, давайте Геру по боссу играть. Повис лагает. Бля, успел. Метеорит. Метеор. Да перебрали. Глеб, у меня зубов, если что, нету. Нормально. С одной стороны, хорошо. Дайте по тьме Геру. По трэшу играем 40. Бетон до Гиру. Отлично. Мэтфокс, дай имя в мордовну. Маленький под боссом, Лёх. Нету аккаунта. Живой огонек, вон. Стаунтил заберите с меня. На фулл 30, манахи. Аккуратно, вообще очень. Ой, блядь. Выбежали, разбежались. От морды выбежите, блядь. Метеор, звезду бежим. Верни его, да. Кринж. И доигрывайте. Пиздец. Уже это такой писатель вас. РПБ-чешка. Ну и вот это, и вот, да, вот. Да, и, да, да. И за вот это вот нахуй РПБ-чешку нахуй. Пиздец, блядь. Кто диспелил последний раз? Я диспелил. Это, да, Гоша говнецяном накинул, да, на вентилятор? Да я, блядь, что-то перед это переволновался, блядь, там, блядь, хуйня качая. Гоша там как в танке нахуй сидит, пот стекает нахуй, вообще ебать. Да маны нету. Слава танковская бесплатно. Не А вы что не нажали? Оба конца что не нажали? Ну он же приор, то есть давай. Свято свыше. 5 дней в неделю не приходишь, 7000 гп получаешь. Как 10 раз вообще? А он был. Не говори. А, в смысле? А, я понял, бля. Вот он и консул. Написано на ручке консул. Не, я нажал консул, так как, типа, пофиг. Сами консул нажмут, блядь. Консул убрать. Хитро выебаный называют. Консул убери, все. Ты как тоже консул маги, что ли? Кто там еще мог? На бисовую шмотку. Ну, блин, кому-то она не бисовая. Надо было локом идти забирать. Ребят, вопрос. Тури. А кому-то нужен, блин, тролль? Он тебе? Да нет.
Пойди, ну, я же хочу спросить, если там на него желающих нет, я бы за ДК зашел бы его забрал. Никто не отвечает. Ну, вот, заходи, заходи. Че, Леха, че ты бафал до этого? Я нихуя не бафал. Охуенно, так. Ну будешь прото бафать. Не, я на шамана прыгаю. А, ты на шамана. А, там же шрипичи потанчи. Чипирип? Чипирип. Мысль какой, я... Бычий чип? Что-то такое.